Всем привет! Я хочу прорваться на рыбалку, попробовать. Это, наверное, крайняя рыбалка. Зимняя, я имею в виду, в этом году. Так, сегодня у нас 9 апреля 2022 года. Вот. Значит, снежок уже все ушел, но я все равно на снегоходе поеду. Вот, потому что уже вот травка. Много снега есть, но это травка. Так, недавно, дня два назад был снег. Вот все, что, ну, прям полностью все засыпало. Осталось от него. Ну, быстро растаяло. Вчера плюс 15 было, сегодня плюс 11. Солнечный день. Вот, надеюсь, что я прорвусь на лед. И, ну, вроде прошлые выходные лед был нормальный. Ну, как бы толстый. Я надеюсь, что я попаду. В общем, буду со льда уже вам показывать. Наружу стоит. Да, вот я приехал на лед. Владимир здесь ловит. Поймал уже там окуньков. Пару штук еще поклевки были. Попробую здесь рядом с ним остановлюсь. Рядом с ним половлю. Посмотрю, а потом на яму поеду. Ой, солнце в глаза светит. Сидит, сразу клюнул, только опустил, еще не заходит. Вот он, ха-ха-ха, красавчик, только опустил, сразу клюнул, а? Хорош. Такого можно взять. Посмотрим, что дальше будет. Даже только опустил, даже не успел подъем-то снять, как он. Кто-то поднимался. Вот он снизу. Вот поднимается, нет? Да, пошел. Ну, давай. Ух ты, хороший. Вот он рядом стоит. Ну что, это вторая лунка. Вторая лунка. На первый судак клюнул. Было пару подходов. Вторая лунка. Смотрим. Включаю теперь в начале, потому что он по клевке в самом начале попадаешь ему, и он сразу же клюет. Потом он как-то побаивается. Будем смотреть. Так, пока никого. Там видно, я ему прям под самый нос попал. Сразу не было, будем ждать. Третья лунка. Вижу движение рыбы на дне. Попробую сейчас пойду обсверлю там, где судак клюнул. Рядышком в другую сторону пойду. В эту сторону слабовато что-то.
пошел вверх. Он рядом с ней там, да? Может, даже окунь. А, не стал брать, что-то ему не понравилось. А так интересовался. Вот снизу опять. Тоже было движение, но нифига. Четвертая лунка. Вот, снизу сразу выход какой-то. Видно, что рыбина. Владимир уезжает. Все. Наловился. Поедет. Выходы есть, подходы есть, но что-то не нравится ему. Что-то ему не нравится. Пять лунок я тут просверлил. Сейчас буду уходить в свал. Такой еще лед. Вообще, какой опасный лед ходить по нему на снегоходе. Судачок есть. Идем дальше. Шестая лунка, и движение есть снизу. Вот подъем. Вот он рядом стоит. Попробую его помормышить. Может, он... Вот он. Но не хочет брать. Как его раздраконить? Да, движение хорошее снизу. Пробуем поиграть. Помягче.
Паузы попробуем подольше сделать. Не хочет. В общем, сейчас переехал ближе к яме. Вот сейчас кто-то придавил, у меня было прям конкретно. Есть не крупный, может быть судак, может окунь. Я, ну, очень вяло, прям прижал так чуть-чуть. Не поклевка была прям так, а так как будто дотронулся. Ну, там так и есть, на, мне кажется, не один. Может, окунь. Поднимается кто-то. Даже не знаю, может поменять ратлин. Хотя вот на этот ратлин я ловил. И там судак у меня на него клюнул. Есть ли смысл его менять? Ну, маленькая поклевка у меня была перед этим. Я поэтому включил камеру. Вот вверх пошел. Ух ты. Движение серьезное на дне, но такого прям, чтобы вот, ну, поклевки были, нет. Видно, он не хочет клевать. А рыба там есть. В общем, походу стая леща стоит, потому что вообще все черное. То есть я вот поднимаю на полметра где-то вот, а полметра у дна очень большая стая рыбы. Может даже попробовать на мормышку, но, конечно, навряд ли. Кажется, на спину падает, потому что нету такого прямо отбоя, который должен быть. Ну, по идее, где много леща, там должен быть судак, раз и все дно забито. В общем, все, я уехал, там не знаю сколько, там лунок 30, наверное, просверлил, и дождик пошел. Было солнышко, я так понял, поэтому он перестал клевать. Слом погоды такой серьезный, а что сейчас вон туча такая налетела. Вот. А Игорь у меня работник вот потихонечку зачищает, и так вот лаком покроется, потом будет вообще шикарно.
А был такой цвет. Вот так вот. Да. Все потому, что за 5 лет краска облезла. Ну не краска, а лак. Здесь уже зачистил. Ну все, до новых встреч. Наверное, следующее уже видео будет тогда, когда лед сойдет. Скорее всего, ближе к маю. Как раз и дома зачистим лаком, покроем, покажу, как получилось. Вот, потому что вот это тоже надо будет зачищать. Нужно зачищать, потому что тут, ну, вот что происходит, вот. Все. Это все зачищаться будет, и... Да, будет уже такой более-менее нормальный внешний вид. Когда лаком покроется, будет вообще отлично. Вот эти досочки тоже. Пока.